Перед началом видео рекомендую вам официальный YouTube канал концерна Калашников. Я сам подписан на него уже пару лет и с удовольствием смотрю все публикуемые на нем видео. Вас ожидает множество интересных рубрик, обзоры оружия, разоблачение оружейных мифов, исторические лекции и, наверное, самое горячее – краш-тесты в рубрике «Разрушители оружия». В первом видео уже был уничтожен АК-74М, а теперь то же самое сделают с АК-12. Такого вы еще долго нигде не увидите. Ссылка на само видео и канал Калашников в описании. Переходи и подписывайся прямо сейчас. Всем привет, с вами Марти, и судя по оценкам и комментариям под предыдущим геймплеем, где мы грабили банк, видео вам очень понравилось, и в этом геймплее мы продолжим, но в этот раз мы играем за охрану банка. На всякий случай напомню сценарий. Сначала противнику необходимо захватить здание кинотеатра, где находится код от сейфа, затем захватить сам банк, открыть сейф, достать оттуда деньги, положить их в чемодан и доставить в здание, которое мы называем Сталинград, чтобы оборонять его 15 минут. Бегут! Ау! Вид! К сожалению, первую точку мы слили довольно быстро и противник завладел кодом от сейфа, но это ерунда, самое главное — удержать банк. Минус есть. Увы, но в одиночку в поле врага не удержишь, поэтому приходится отступать к остальным в здание банка. До подхода основных сил противника мы успели неплохо укрепиться и заняли оборону на 360 градусов. Противник явно не спешит бросаться в атаку, а старается в первую очередь нас окружить и задавить огнем. Все, минус. За холмом, ребята, четко справа от нас холм, там противник. Вон они бегут. Пятеро пробежали в здание. Вижу. И в самый неподходящий момент у меня в приводе садится аккумулятор. Именно в это время противник начинает нас активно штурмовать. За деревьями, на углу, на углу! На углу! Поэтому посреди боя мне приходится ретироваться и срочно менять аккумулятор, а под обстрелом сделать это не так-то просто. Противник! По главной улице идут к нам. Минус есть. Одного снял. Все, убит.
Но это им не помогло. Пока я шел на мертвяк, время раунда закончилось и нашей стороне присудили победу. Не пожалейте для видео лайка, подписывайтесь на канал, в описании много полезных ссылок. Всем удачи и пока!